Конечно, очень такая забавная история. Я гулял со старшей дочерью, и вдруг она мне показывает пальцем на людей и говорит, что это у них такое. Я смотрю, идут люди, большое количество, а у них там на, так называемые колорадские ленточки. Но я ей объяснил, что это вот такое... Георгиевская для девочек. Да, георгиевская ленточка, которая, в общем, называют уже давно колорадской по цвету соответствующим. Я говорю, что это вот такие люди, которые надевают эту ленточку, и для них это символ победы в войне, а фактически ее используют для того, чтобы оправдывать нынешние военные агрессии, которыми занимается путинское руководство России и его авантюры. Почему в центре Москвы? Почему? В центре Берлина, я уже оговариваю, что это как в центре Москвы. Почему немцы это допускают? Ведь это все очень хитро делается. Делается все под таким благородным, добропорядочным соусом. Причем не только в Германии, но и вообще в других странах. Мол, люди почитают погибших в войне, дают дань ветеранам и так далее. Все это прекрасно. Я сам чту память погибших в войне. У меня были люди, которые воевали. Но все это формально, это декорации. А за этими декорациями стоит то, что это часть, вся эта вот история вакханалия, связанная с колорадскими ленточками, бессмертным полком и прочее. Это все инструменты пропагандистской кампании, направленные не на память о прошлой войне, а на оправдание нынешних войн и разжигание новых войн. Ведь заметь, кстати, очень интересный момент, что шли в этих бессмертных полках люди с портретами не только героев войны Великой Отечественной, но и с портретами всяких убитых террористов, типа Моторолы, там какого-нибудь Гиви и прочее, прочее. Это все они пытаются искусственно создать вот эту связку. Кошмар. Те герои и эти, кошмар, бандиты. Кошмар. Я сейчас в Брауншвейге вчера выступил с Юрием Дюкотом, он украинский публицист, и он очень так, по-моему, замечательно говорил, что вот в Западной Европе и в Восточной Европе там делали вывод, урок из этой войны, что никогда больше не хотим войны, надо это избежать. А в России, говорит, наоборот, вывод, мы готовы повторить. Готовы повторить, да, можем повторить. Это основной слоган фактически последних чествований Дня Победы. Это чудовищно. Дело в том, что... Это милитаризация, абсолютно. Во всем дети в формах, маленькие пятилетние в боевых камуфляжах, и все это какое-то восхваление военного происходит. То есть как будто это опера, как будто это красиво, вот Калашников это хорошо, танк это хорошо, а вывод из войны же должен быть наоборот, что все это плохо, как бы не использовали. Так это ведь не случайно. Таким образом людей приучают к мысли, что война это не страшно, война это интересно, это красиво, это эстетика своя. Чтобы люди с детских ногтей. Представьте, вот эти дети, которые с детства бегали в этих жутких военных формах и там с автоматами игрушечными, они потом будут всю жизнь, возможно, воспринимать все это как интересную такую увлекательную игру. Понятно, что с таким народом очень легко будет развязывать новые войны. Это ужасно. Для этого и все и делается. Еще Елена Рыковцева очень хорошо себя в блоке описывала. Она смотрела «Россия-24», и утром там была ведущая. Она говорила, мой дед тоже воевал. И Иванов, Виктор, она не помнила отчество, потом Михайлович, говорит, и он потом, когда вернулся, он был вынужден менять фамилию, потому что иначе мог попасть там опять в ГУЛАГ и все. Несколько часов позже та же ведущая, она уже другим отчеством своего деда называла, и ни слова о том, что он был вынужден менять фамилию, ни слова о том, что там что-то угрожало. И это часть истории, что, как, по-моему, кто-то из русских публицистов говорил, что воевали концлагеры с ГУЛАГом. Эту часть истории, там, что Сталин два года с Гитлером был сообщником, что они были вместе, что потом было продолжение войны против собственного народа, это полностью вычеркивается. Абсолютно. Вообще не видели, улыбаемся и машем на параде. Известная такая фраза из классики, что история – это политика, прокинутая в прошлое. Вот в России это всегда политика, прокинутая в прошлое. Любые исторические моменты, там сталинская, даже история Российской империи, история сталинского времени, все что угодно используется для политических целей нынешнего руководства страны. А уж тем более история войн.